С 20 марта по 5 июня на территории Кузбасса пройдут общероссийские дни защиты от экологической опасности. Акция проводится в России более 26 лет с целью поддержки общественного экологического движения, сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры населения. Масштабная экологическая акция «300 тонн макулатуры к 300-летию Кузбасса» организована в рамках этих дней. Основная цель акции – собрать как минимум 300 тонн макулатуры до 1 июля 2021 года. Участники акции, организации, учреждения и предприятия области будут соревноваться в результативности. Наиболее активные получат денежные призы. Собранные от сбора бумаги средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов. Один из них – создание парка из 300 хвойных деревьев по числу лет с начала промышленного освоения Кузбасса. Где именно появится новый парк, будет зависеть от итогов акции. Это будет город, собравший больше всего макулатуры. Локацию парка определит местная администрация, а расходы по приобретению саженцев возьмет на себя кузбасский Скоробей. Возможность поддержать проект есть у всех неравнодушных к проблемам ресурсосбережения жителей области. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте предприятия в разделе «Документация». Еще одна главная цель акции – генеральная весенняя уборка региона и озеленение Кузбасса.